К новостям из Ленска. Там заасфальтируют квартал Рабочий. Городская администрация готовит проектно-сметную документацию для участия в аукционе. В планах на лето положить дорожное полотно на участок улицы Якутская от Орджоникидзе до Нюйской и подъездные дороги к многоквартирным домам. Также заасфальтируют парковки для автомобилей у 2 9-этажных домов, обустроят тротуары и водоотведение, установят уличное освещение. Это 1400 квадратных метров в этом году мы хотим заасфальтировать. Порядка 400 квадратных метров мы планируем сделать тротуары, ну и освещение, водоотведение и, наверное, стоянки там под автомобили где-то в количестве, наверное, 70-80 автомобилей.